Разгильдяев, надеюсь, ты побеждаешь? Не надейся. Выиграет, конечно же, Ростя. Еще чего. Он может выиграть только в конкурсе по линии или по обжорству. Ты его со своим парнем перепутала. А вот и нет. А вот и да. Может, скажем им, что мы играем за одну команду? Зачем? Нет, так неинтересно. Ты можешь показать как-нибудь понятно? Я думаю, это муха. Разве? А у тебя какие предположения? Я даже не знаю. Не угадала. Ну, по сути, близко. Вы не хотели мне помочь, когда я подавился? То есть ты с нами не в крокодил играл? Нет! Ну и хорошо. У тебя все равно плохо выходит. Ребятки! Я уверена, вы уже успели соскучиться по школе. Да! Нет! Думаю, пора отдохнуть от отдыха и устроить время летних занятий. Что вы делаете? Я все равно всех вижу! Блин... Да блин, а в мультиках это срабатывает. Да, везде один обман! Летом нельзя учиться. Ой, не говорите глупостей! Будет весело! Я люблю учебу, но даже я понимаю, что весело не будет. Это не обсуждается! Тогда вы не оставляете нам выбора. Бежим! Что бы вы ни делали, я все равно вас найду! Каждого! Ой, какая милая карточка со щеночками! Надо ее все переслать! Куда же запропастились-то, а? Ну что за бездельники? Поиграют, все разбросают. Кто убирать-то будет? А, это реально весело. Даже серьезным учителям надо веселиться. Особенно, когда никто не видит. Футбол не люблю. Баскетбол не умею. Ладно, покидаю мяч об стену. Пронесло. А я не думала, что ты так бодрит. Ай! Что за странный звук? Мяч, что ли, сдувается? Пищит все. Я тебя вообще-то вижу. Читать и пересказать. Читай. Game over. Точное попадание. Учил бы физику, знал, что сила притяжения равна силе падения. Или наоборот? Да не важно. Прочитать и пересказать.
Я так хорошо спряталась, Маривонна меня никогда не найдет. Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка. Что-то мне это не нравится. Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка. Перевернула страничку. Пока-пока, алкоголичка. Несмотря на милое личико. Идеально. Я тебя все еще вижу. И ты совсем не похож на яблоко. Ну я красный. А это не яблоня. Вот биологию. Прочитай и перескажи. Ой. Не смотрю на милое личко. Алкоголичка. Если хочешь спрятаться, надо прятаться на самом видном месте. Все гениальное, просто. Где я опять потеряла свои очки? Ой, чуть не упала. Что это было? Ты посмотри. Доски из-за влажности вздулись и скрипят. Непорядок. Но сейчас мы это исправим. Что? О, вроде больше скрипят. Отлично. По-моему, супер маскировка. Видно, не видно. Видно, не видно. Видно, не видно, не видно, не видно. Не видно. Я могу тут вечность находиться. О, темно! Это самое подходящее место. Меня здесь никто не услышит и не увидит. Нельзя, чтобы ученики знали, что их любимая учительница тоже иногда пукает. Никогда бы не подумала, что вечность может быть такой короткой и вонючей. Тебе бы поискать места, где ты не будешь выделяться. Ну или хотя бы мешаться. Прочитать и пересказать. Ну ведь можешь, когда захочешь. Такая чудесная погода. Грех не искупаться. Походу, что-то прилипло ко дну. Вот дети, а? Вот поплавают, а за собой не уберут. Тут нужна швабра. Пусто. Вот это новые технологии. Моет по Wi-Fi.
Открывай плавательник! Сезон! Только не это! О, чего-то подустала от водных процедур. О. Как-то неудобно. Мне раньше диван казался более удобным. Да сядь, не уже спокойно! Апеллогенов? Ты что тут делаешь? Прячусь вообще-то. От кого? От вас. От меня? Ну да, вы же хотели нам устроить летнее задание. Вот мы все и попрятались. А я уж об этом и забыла. Да. Ну вот и отлично. Так что спасибо, что напомнил. Я не... Ты что, подстриглась? Типа того, подстригли. Мне уже не нравится эта идея спрятать меня в моей ванную. А с ней что? Походу тоже неудачно спряталась. Нам точно после всего этого нужен отдых. Ну и что? Отдохнули? Можно теперь и позаниматься? Да! Нет! Вот же бездельники! А учиться-то кто будет? Прятаться на крыше было не самой лучшей идеей. О, вампир! Раз уж ты тут один в сознании, будешь учиться за всех. Нет! Game over. Я думаю... Не да! Нет! Нет! Страшно! Ну дальше, следующее пошли. Невкусно? Угу. Подписчики, это вам. Это лайки ставьте.